Ну что, всем добрый-добрый день. Сегодня, какое у нас сегодня число? 3 мая 2024 года. У нас настоящее лето, прям жара. Мы все гуляем. Шагуня, покажи нам свою мордашку. Шага, на. Шага веселится с Купидоном. Шаганы сегодня подправили мордашечку. С нами гуляют не все собачки, у нас у некоторых течки. Кто еще с нами не гуляет? Мамочки не гуляют. Рошель, Филипп, ну можно выпустить. Ну сейчас мы видео поснимаем. Вот, с нами Нептуха вон гуляет. Тарантуха. Так, Жорик тут воспитывает всех. И также своих детей Фантазия. Детки, ну что, ребята, всем добрый-добрый день. И кому интересно, а ну, вай, кто любит Женечку, оставайтесь с нами, чтобы узнать новости нашего питомника. Спасибо всем тем, кто не пропускает их. Добро пожаловать к нам на нашу прогулку питомника Чихуахуа и Той Пудель, а также Мальтипуха Стропула. Мы находимся в Симферополе, Крым, и передаем вам теплый, жаркий привет. Сейчас я, кстати, покажу, сколько градусов. Значит, красавцы, которые у нас понаходили свои семьи и скоро поедут по новым домам, это наш Карадак, чемпион. Это красавица Камила, которая уже чемоданчики все собирают постепенно. Ай, у кого-то тупали ушки, у Еремы, но ничего страшного. Так, кто тут у нас? Медвежонка завалили, Аюшку. Сестры его тут кувыркают. Так, далее. Ну, из этих все, да, получается, ребят? Артюша вон сидит возле тазика с водой. Водичку сейчас покажу, какими мы пьем этими дозами. Ну, шутка, конечно. Но воду всегда нужно... Ой, полетели. Воды у нас вот столько. Так, сейчас покажу, сколько в тени градусов. А, тут даже не в тени, тут на солнце. Ну, в тени тоже очень жарко. На солнышке вот 30 градусов. На таком полутень, полусолнце. Царица с нами гуляет. Артекушка. Ну что, ребята, оставайтесь с нами, чтобы узнать новости нашего питомника. Шага, ты покажешь нам свою красоту? Посмотрите, какая она у нас велюровая. Шагане. Шаганешечка. Шагане ты моя, шагане. Это я так шуточно. Так, красавец Босфорик. Наш. Ой, смотрите, как у нас умеет. На, Арпи, Арпи, на. Арпи! Ах ты шумняха, это Нептуха, наш пудель. Так, ну что, не могу долго тянуть. Очень хочется скорее рассказать вам новости нашего питомника. Да, красавца вам Купидона сначала в кадр. Сыночки. Ну что, еще один малыш нашел свою семью из этих здесь гуляющих товарищей. И это... мальчик, красавчик, копия своего папы Купидона. Это красавец Артек, вот этот вот чудесный красавец. Эй, нашел свою семью. Поздравляем семью, приобретившего этого прекрасного, умного, красивенного мальчика. Длинношерстный бело-голубой красавчик. Сыночек вот этого вот терпеливого папаши. Посмотрите, куда к нему лезет Байкал, прямо в пасть. Вот так. А он все терпит. Вот так. Артекушка, это умненький, красивенький, воспитанный, здоровый, замечательный мальчишка, который поедет в Кемерово к нашему выпускнику, дружочкам. Отличное решение владельцев. Всегда поддерживаю за то, что люди, приобретившие собаку, считаются не только со своими прихотями, но тут как бы двояко можно это рассудить, но также с... значит, физиологическими требованиями, скажем так, собак. Собаки – это стайные животные. Конечно же, собаке очень нужно общение. А такая порода, как чихуахуа, найти дружочка – большие сложности. А купить дружочка всегда правильно. Не совсем правильно купить невесту или жениха, хотя тоже как вариант. Но здесь свои сложности. А именно дружочка однополого – это абсолютно правильное решение. Артекушка, поздравляем тебя, мое солнышко. Ты поедешь жить в город Кемерово. И поздравляем семью с прекрасным решением. Красивенный сын своего отца. Грязнючий, кувыркается. Вот такая у нас чудесная новость. И из этих малышей у нас остаются в поисках своих папочек и мамочек. Мамочек там мелковато. Остаются в поисках три белых мальчика, два короткошерстных красавца Босфор и Байкал и Биюк Янышар. Длинношерстный вот этот красавец. Вчера сняла подробные видео. Мальчики маленькие, красивые, шикарные. Красавец, стандартик.
Рахат Лукум, умничка, которому 8,5 месяца, воспитанный. Ну, кто возьмет эту собаку, не пожалеют его уму и сообразительности. А также у нас малыш Ерема продолжает искать своих папочек и мамочек. Кто у нас еще? Мальтипухи, Джинни и Мерсик, веселунчики, красотунчики. Достали уже Купидона, правильно. Красавица девочка Пелагея. Дальше. Это вот, посмотрите, как Ереме нравится валяться на солнечных лучиках. Он все время загорает. Так, вот, тут они возятся. Еремушка, ты уже убежал, солнышко? Я сама сейчас, как на пляже, знаете, хожу, плечи аж пекут. Вот. Кто у нас еще? У нас красавец медвежонок. Вот этот вот Аюшка продолжает искать своих папочек и мамочек. Жуют что-то без конца. Вот такие вот прекрасные новости. Ну и у нас течка у ракушечки, сестренки Рахат Лукума, вот этого шикарного красавца. Посмотрите, какие они умнички, воспитанные, мои золотулечки. Она тоже продолжает искать свою семью. И как только у нее закончится течка, она сможет уже переехать в новый дом. Это в середине мая. Так, красавец, значит, красавец Аюшка. Да, Артекушка, это Артекушка. Все. Все набежали. Красавец Аюшка. Тут что-то уже наживался и откашливается. У нас продолжает искать своих папочек и мамочек. Цена на него поднимается. Стоимость его 80 тысяч. Шикарный, красивый. Для владельцев уже наших выпускников скидки известно. В группе я писала. Поэтому для уже владельцев наших выпускников скидочка на любую собачку есть. Бажена. Артекушка, видите, какой целовательный? Мамочку скажи, поцелую. Красотулечка. Красавица. Красота и панагия. Это Баженины копии. Красавицы. Вот они. Все семейство в сборе. Маратик, ты шикарный мой. Вообще, вот такой вот движняк, все в тенечке. Карушка играет. Всем еще раз привет. Пожеланиями доброго дня и прекрасного настроения. У нас можно все и валяться, и копать, и играть. Да, Арпиша моя. Пудель, Нептуха. Нептуха тоже всем передает красавец привет. И мы немножечко погуляем. Новости вы наши прекрасные, шикарные узнали. На, шага. Ой, начинаются пчелки разные. Вот такая красавица у нас. Вот такие вот красавицы. Так, у нас там стройка идет. Слышишь, как стучат? Стройка продолжается. Кстати, сегодня Страстная пятница. Сегодня ничего нельзя делать. Ну что ж, у нас дела в любом случае идут своим чередом. Но как не делать? Собачки не знают, что сегодня нельзя ничего делать. Ну, мы кайфуем, гуляем. Уборки тоже по расписанию, что не отложишь. Вот. Детки, у нас все хорошо. Скоро начну вас знакомить с детьми Юли и Айвы. Вот, растем, крепчаем. Все, слава богу, замечательно. Не без проблем. Мамы нам там немножечко поустраивали. Ну, будет время, расскажу. Вот. А так они мамы очень хорошие. Юля у нас опытная мама. Айвушка, мама первый раз, но тоже очень замечательная. Анфиска, я вам показывала, все хорошо. Мальчишки Федор и Эдгар. Вообще замечательно, отлично сегодня видео, смотрите, как их там воспитывает красавица Варюша Варвара Филипповна. Варвара Филипповна у нас продолжает искать папочек и мамочек. Артюшка, вот. Ну и ясли наши вы тоже знаете. Периодически стараюсь показывать наши ясли. Вот. Все тоже, слава богу, хорошо. Вот. Ну что, собачки начинают уже укладываться, кто в тенек, кто на солнце. Говорят, что собаки не получают ультрафиолетовые лучи. Не знаю, они так любят лежать на солнце. А Ерема все время прячется в какие-то эти, видели, ямки выкопанные. Вот так мило играет Камила и Ерема. Оба Тарантиновичи. Камила привет передает. Чемоданчик у нас уже собран. Остаются считанные дни до отъезда красотки. Вот так. Ой, Ерема ушастик. Вчера уши стояли, сегодня упали. Ну, а как же. Ну, и такие же вы красивые. Радужка. Привет, Артек. Вот он, красавец Артекушка.
невероятный красавец. Ну, он красивый. Посмотрите, как он. У нас вот только кончики ушей не поднялись. Вот, два братишки. Ну, я думаю, у нас есть еще время. Если есть желание, то поставить их можно. Половина уха крепко стоит, а кончики, ну, они у него огромные. Все пошли в дедушку космоса по размеру. А вот он, папа. Купидон. Красотун, Купидон, красотун. Ты мой шикарный. Так, ну что, на этом я буду, наверное, заканчивать это видео. Всем добра, мирного неба над головой. Готовимся к православному празднику Пасхи. Всем большой привет. И, конечно же, в любой день мы от всей души и нашей большой компании, семьи Костропула, желаем всем мирного неба над головой, любви, добра. Любите друг друга, прощайте и улыбайтесь чаще. И тогда мир перевернется. Потому что не нужно ничего ждать, нужно все начинать делать самому. Все, что вы излучаете, все вам возвращается. Поэтому давайте друг другу дарить только положительные эмоции. И тогда будет жизнь прекрасна. Она нам дана одна, нашей Вселенной, Богом. И мы должны радоваться каждому дню. С уважением, Екатерина, заводчик питомника Костропула и большая наша семья. Чихуахуа, и пудели, и мальтипухи. Да-да, у нас еще есть Анджела, а у нас еще есть бультерьеры Туали, конечно же, наша красавица Сабина. Обнимаю вас, до новых видео, до новых встреч.